Томми, это я, Лэнс, ничего не говори, потому что у меня нет времени на разговоры. Мне не интересно, что ты обо мне скажешь, почему и спросишь. Ведь тебе на меня плевать, не так ли? Обращался со мной получше, долю бы увеличил. Сечешь? Томми, чувак, мне очень жаль, и я просто... Всю жизнь люди помыкали, мы обращались как с ребенком. Мой брат также делал, прошу, не повторяй его ошибок, а мне нужно идти. Всем привет, ребят! Вы на канале Алексей24, мы продолжаем проходить игру GTA Vice City по миссиям, еще и с озвучкой. Я подъехал, получается, вот к этому кафе. Мне до этого звонили по телефону, смотрел предыдущие серии. И мне предложили работу. Ну что, предлагаю зайти в кафе. Испытание на воде. Сей, парень. Эй, не беспокойся, папе, это ко мне. Так ты мужик? Ага, мужик. Думаю, мужик. Нет, я не уверен в этом. Не уверен. Пришел сюда крутой перец. Думаешь, можешь выпендриваться? Думаешь, можешь изображать из себя дебила? Нет, я думаю, что твоего избирательного мастерства достаточно для этого, Эйса. Но он назвал тебя тупицей. Я его назвал мелкой девкой, папи. Огляди на него и вырядился так же. У нас тут, что, скидки для баб? Такой крепкий пацан, а вырядился как баба. Может, еще и трусики женские налепил, а? У тебя какие-то проблемы с женщинами? Предпочитаешь мужчин, здоровяк? Мне нравятся женщины, мне нравятся все женщины. И мать я свою люблю, Чико. Хорошо, хорошо, я все понял, расслабься. Водить умеешь, Омега? Ну, как баба. Очень смешно, ты мне нравишься, большой парень. А может, ты мне и поможешь? Докажи-ка, что ты мужик, а? Бери катер. Докажи, что у тебя большие яйца, а не какие-то никчемные маленькие яички. У них, походу, пунктик на этом. Эй, я Рика, это ты мужик с большими яйцами? Томми Версетти, идем. Лады, мужик, обращайся с ней как с женщиной. Пройди через первую контрольную точку, чтобы начать испытание. Ну что, погнали, нам дали время. Едем, получается, надо пройти... Да-да, мега-мужик-мужик. У меня не всегда получалось эта миссия с первого раза, потому что постоянно заканчивалось время. То я зафейлю, то еще какая-то фигня произойдет. Блин, и обязательно какой-нибудь дебил мне помешает. Так, здесь нужна скорость и нужна точность в управлении. Так, ё-моё, ё-моё. Меня кидает неплохо. Нет, 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 нет. Да чё за х... Ладно, попробую пройти. Блин, и чё за трафик, я не пойму. Этого трафика никогда здесь не было. Так, давай, разгоняемся. Я не знаю, может получится, нет, хотя вначале я очень сильно зафейлил. Блин, время хотя бы замедлялось. Так, еще раз проходим. Не, я когда-то в свое время очень много раз реально проходил, у меня пукан взрывался от этой миссии. Потому что вожу катер, я, конечно, ну, блин, я бы сказал, не особо, конечно. Но я хочу пройти эту миссию на изи, по крайней мере, постараться. Маленький напуганный котенок, маменькин сынок, иди поплачь там куда-то. Короче, он меня стремает, унижает. Но я не обращаю на него внимания. Так, минута 30, я не знаю, это много или мало вообще? Так, пока все гладко. Так, вот здесь надо повернуть. Так, вижу. Так, здесь поворачиваю. Так, вижу. Короче, я... Так, нормально выровнял лодку. И вот там вот эти повороты. По-любому где-то опять взлетать придется. Так, прошли. А, вот взлеты. Я помню, что взлеты еще были. Опачки! Ю! Крутой трюк. Кстати, однажды я на мост так залетел. Ну, я не знаю, как мне это получилось, но это было.
50 секунд. Я не знаю, успею, нет, ребят, реально. Но, блин, вначале все-таки зафейлил. Но если не получится, то еще раз. Короче, я ему нравлюсь, он меня называет мужиком. Лучше притормозить, а потом разогнаться, я думаю, чем... Тем, короче, если лодку начнет заносить, это будет хуже. 28 секунд, я не знаю, нормально это или нет. Блин, 20 секунд осталось. И несмотря на то, что я зафейлил, у меня это получилось. Задание выполнено. 1000 баксов. Всего 1000 баксов, несравнимо с нашим бизнесом и имуществом на Среднем острове. Но я думаю, пока этого хватит. Ну что, ребята, эта серия подошла к концу. Мы продолжим в следующей серии. До встречи в следующей серии. И всем пока!